на другую тему. На работу к папе. Сотрудники Печорской станции электроснабжения пригласили на экскурсию своих детей, чтобы наглядно показать, как трудятся их отцы. Дети на железной дороге. В рамках этого месячника безопасности и прошла экскурсия в ЭЧ-10. Рассказываем о правилах нахождения на железной дороге, рассказываем про нашу работу, чтобы дети знали, чем занимаются железнодорожники. И сегодня к памятнику, который находится возле локомотивного депо, старый паровоз, сходим на пешеходный мост, расскажем детям о правилах нахождения перехода через железнодорожные пути. Есть у электромонтеров и свой полигон. На нем проводят тренировки и практические занятия. Детям показали снаряжение, которым пользуются их отцы. И даже разрешили примерить. Наша работа опасна, трудна. Это мы, электромонтеры, по обслуживанию воздушных линий электропередач. То есть всегда вы, когда едете с родителями на море, вас везет электропоезд. Да? Все ездят на море с родителями. То есть для обеспечения бесперебойного движения электропоезда существует район электроснабжения. Район электроснабжения, он обеспечивает бесперебойную работу устройств электроснабжения, станций и устройств сигналов автоблокировки. Наша работа заключается в обслуживании и ремонте трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач. Мы производим обходы воздушных линий для предотвращения аварийных ситуаций. Выполняем ревизии трансформаторных подстанций. Показали детям и спецтехнику Печорской дистанции электроснабжения. И не просто показали, детей покатали.